Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Y6 2019 года включить распознавание лица. Заходим в настройки, безопасность и конфиденциальность, распознавание лица. Вписываем пароль для разблокировки экрана, нажимаем регистрация данных лица, разрешаем. Настройка завершена. Можем выбрать подсветку лица с помощью экрана, то есть если когда-либо темно, мы в темноте разблокируем, чтобы нас было лучше видно. Далее. Можем включить отображение уведомлений. Только после того, как мы разблокируем нашим лицом, только тогда будут показываться уведомления. Можем удалить данные нашего лица, если вы больше не хотите пользоваться данной функцией. Просто нажимаем на «Удалить данные лица» и нажимаем «Удалить». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!